All right. So you have different kinds of government in the church. И существуют различные виды управления в церкви. There are three basic systems of church government in the world. Три основные системы управления в церкви в мире. I give you the words in English, but you've never translated anyway, so it doesn't matter. Я могу назвать на английском языке, но я опишу эти системы. You have eldership churches. Церкви, в которых есть старейшины, лидеры. A group of people have the authority and lead the church. Это когда группа людей, у них есть определенная власть и ответственность вести церковь. Then you have churches that one person is in charge. Затем церкви, где один человек во главе стоит. And then they give the responsibility to the next person who will be in charge. And итак, получается иерархия. For example, the Catholic Church. Например, в католической церкви. You have the Pope. Папа есть. Right, then you get the next Pope. Потом второй папа. But it's interesting though, but the Pope is selected by the elders or the cardinals. И этих пап избирают кардиналы. Right, so you have eldership, you have one man leadership. Есть старейшины, один лидер. And then you have a congregational leadership, and that's more like democracy. И затем лидеры общины, и это более похоже на демократию. Now it's interesting in the U.S. that you'll find that most churches are democracy. В большинстве церквей Америки большинство церквей Америки демократические. Here's the problem with that. И вот какая проблема возникает в этом. If you have democracy, you have politics. Если есть демократия, то будет политика. This group against this group. Эта группа против этой группы. We like the pastor, we vote him in. Нам нравится пастор, мы все сделаем для того, чтобы we продвинуть like его. Anymore, а нам больше не нравится пастор, мы его вытесним. Do you know the average time in the U.S. a pastor is pastor of a church? Среднее время, которое проводит пастор, которое пастор ведет церковь. Anybody want to guess? Попробуйте угадать. How long do you think the average time a pastor is in a church in the U.S.? Среднее время, которое пастор ведет церковь. Пять лет. 10 years. Okay. Anybody else have a guess? 10 лет. Еще. A guess is. Всю жизнь. All their life. 5. 5 лет. What do you think? Что ты думаешь? 2. All life. All their life. All their life. Okay. How about you? Всю жизнь. А ты? 10 years. 10 лет. 18 months. 18 месяцев. That's the average time. 18 months. Это среднее время, 18 месяцев. Now why is that? Почему так? Democracy. Демократия. We don't like the pastor, we vote him out. Нам не нравится пастор, мы его вытесним. Другого пригласим. Потому что всегда будет другой, который может заменить. Это шокирует. Это плохо для церкви. Это плохо для пастора. И также для его семьи, для его жены. You pastor church, you put everything into it. Вы пастор церкви, вы все вкладываете в это. And after 2 years they vote and say, we don't want you anymore, we want someone else. 2 года спустя голосуют снова и говорят, ты нам не нужен. У вас нет работы, вы думаете, что дальше делать? Затем вы находите другую церковь. А затем через 3 года они вас тоже вытесняют. A family goes through that 2 or 3 times. И семья, которая пройдет через это 2-3 раза, то дети эти вырастут и будут ненавидеть Бога. И многие пастора разводятся. Не из-за того, что они плохие, но из-за того, что их обидела церковь. Okay. Вот это общинное управление. Now you have the other one where one person makes all the decisions. А есть еще один вид, когда один человек принимает решение. Well, what if that one person is wrong? Что если этот один человек не прав? There's the weakness. В этом слабость их.
It's good if the one person is a really good person. Это хорошо, если тот человек на самом деле такой хороший человек, хорошая личность, он принимает решения. And then you have an eldership with one person in charge. И затем группа старейшин, которых возглавляет один человек. Elders have the ability to speak to the pastor. И у этих старейшин есть возможность говорить к пастору. And that's another type of system. И это еще одна система управления. So you have these different ways that churches govern themselves. Поэтому эти различные способы, как церковь управляется сама собой. So obviously, if I was going to join a church, I want to know, well, what's the government? Поэтому если я захочу присоединиться к церкви, я узнаю, а как там управляется церковь? Who controls the money? Кто контролирует деньги? What happens to the money? Что происходит с деньгами? I personally believe it's a good thing to give an accounting at the end of each year, saying this is where all the money was spent. Я лично верю, что в конце года нужно дать отчет бухгалтерский о том, куда пошли деньги. Because if you're doing nothing wrong with the money, если вы ничего плохого с деньгами не делаете, it brings confidence to people and makes them give more. То люди будут чувствовать уверенность, будут давать больше. But if no one wants to talk about the money, но если никто не хочет говорить о деньгах, you know what's going on in people's minds? То о чем люди тогда думают? Why? Почему? They want to believe you're doing what's right. Они хотят поверить вам, что все правильно. They're not completely sure. Но они не полностью уверены. Maybe you're doing everything right. Возможно, вы все делаете правильно. You just don't want to take the time to do the accounting. Просто у вас времени не хватает, чтобы подбить все расходы. People won't give as much. И люди также не дадут много. And you don't have people come bringing big gifts of money easily. People don't give large amounts of money easily. И также люди не смогут давать большие суммы денег так легко. If you're not accountable for the money. Если вы не подотчетны за деньги. I think it's just wise to be open about what we're doing. Я думаю, что будет мудрым быть, если вы открыты и будете говорить о том, что вы делаете. When I pastored the church, we had a bookkeeper. Когда я был пастором, то у нас был бухгалтер. Was not a member of the church. Он не был членом церкви. Professional. Он был профессиональным бухгалтером. From a very good company. Из очень хорошей компании. And we paid them to do it. И мы платили ему за это. And we have the best books. И у нас были самые лучшие отчеты. Мы знаем, где деньги, куда это все тратится. When I was pastoring, I never signed checks. И когда я был пастором, я не подписывал ни одного чека. I'm sorry. When I was pastoring, I never counted the money. Извините, когда я был пастором, я никогда не подсчитывал деньги, даже не прикасался. Два-три человека подсчитывают деньги. They take it to the bank. И приносят их в банк. Get a receipt. Получают квитанцию. Don't have one person count the money. И один человек не подсчитывал деньги. Because what if they have trouble? Потому что, а что, если у них будут проблемы? У них возникнет искушение. I'll put it back next week. На следующей неделе возвращу. Just a loan. Это как бы заем такой, займ. Happens all the time. Постоянно происходит такое. People are people. Люди остаются людьми. Right? I mean, if they're all like Yeshua, they're going to be in heaven. Если бы они все были как Иешуа, все бы уже на небе были. So they're not. So have two or three people count the money. Поэтому они не такие. Нужно, чтобы 2-3 человека подсчитывали. So I never counted the money. It goes to the bank. Я никогда не считал деньги. Деньги потом отправлялись в банк. The bookkeeper from outside of the church keeps the books. И бухгалтер за пределами церкви ведет весь учет. But I'm the leader of the church. Но я лидер церкви. I'm going to say where the money's going to go. И я буду говорить, на что нужно направить деньги. Now I have people maybe who advise me and have work with me. Again. I have people who advise me and work with me. Возможно, некоторые люди, которые работают со мной, они консультируются со мной. But if I have the vision, I need to have them be able to say where the money goes to make the vision. Но если у меня есть видение, понимание, то я должен быть способен сказать, куда деньги направить. But I'm happy for you to look at that. И я чувствую себя спокойно, если how much money I've received. Вы будете знать, сколько денег пришло и куда они пошли. No one's ever going to agree with what you receive or don't receive. It's not important. Всем все равно, сколько вы получили денег. You just have to do what you believe is right before God.
You have to do what you believe is right before God. Но вы должны делать то, что верно, то, что правильно перед Богом. Right? Так? Same with your money. То же и с вашими деньгами. I may have an opinion about what you do with your money. Возможно, у меня будет свое мнение, что вам лучше делать с вашими деньгами. It's your money. Но это ваши деньги. When the money goes to the Lord's work, когда деньги идут на служение Господу, the people who are leading the Lord's work determine where the money goes. That's their responsibility. То те люди, которые совершают служение, то они решают, куда должны идти деньги. But if we're open about what we're doing, people will trust us. Если мы открыты перед другими, то нам будут доверять. It's real simple. Это очень просто. I like this way of doing things. Мне нравится так. Never had anyone ever accuse me of doing something wrong with money. Никто никогда меня не обвинил, что я что-то неправильно сделал с деньгами. Because I let them know, I never count the money, I never see the money, it goes to the bank. Я сказал, я никогда не считал их, никогда не видел их, они в банк идут. So it's never a question. Никогда не возникало вопроса. So then I can get up and preach and say, give. И только тогда я могу подняться, встать и говорить, давайте, давайте щедро, давайте больше. That's but why. А они скажут, почему? Does this make sense? Это понятно? Okay, so you have different styles of leadership. И вы видите, есть различные стили лидерства. You have to use the right style in the right situation. И вы должны использовать подходящий стиль в подходящей ситуации. There's directive style. Директивный стиль. There's coaching style. Потом тренерский стиль, стиль тренера. There's delegation style. Делегирующий. Let's say the building's on fire. Допустим, здание горит. Пожар. And I come to you and say, how would you feel about getting the water? Я подойду к вам и скажу, что ты думаешь на, по такому поводу? Нужно ли нам водичку принести, потушить? Ты раньше носила вообще водичку? I know that's probably not really your calling, but could you do that for a short time? Ну, я понимаю, что это не твое призвание, но могла бы ты это хотя бы немножко сделать? Oh, and would you call the fire department? Могла бы ты позвонить в пожарную часть? Но когда ты будешь звонить, пожалуйста, вот сделай это так, именно. Помни, будь вежлива. Конечно, я бы этого не делал. Пожар. Сейчас ответ нужен. Сейчас нужно что-то делать. И поэтому в такой ситуации вы как директивный. Ты несешь воду, ты звонишь в пожарную часть, а ты убирайся, не мешай. Вот что вы делаете. If I'm taking a team of people in ministry for only 1 week, если я веду какую-то группу в служении только в течение одной недели, I will mainly use a directive style of leadership. You do this, you do this. То в основном я буду использовать директивный стиль. Ты делаешь это, ты делаешь что? But if I'm working with you for 3 years, но если я работаю с вами в течение 3 лет, a directive style of leadership is not always the best style to use. То директивный стиль не всегда самый лучший будет. It should be more relational. И будет более основываться на взаимоотношениях или на подготовке. What do you think? Что ты думаешь? What are your thoughts, right? How do you feel? Что ты чувствуешь? It doesn't make me less the leader. И от этого я не стану лидером поменьше. It's just a more effective style for that situation. Просто это более эффективный стиль лидерства в этой ситуации. Because if you're the leader and it's always I'm the leader, just do what I say, you're directing people. Потому что если вы лидер, и вы постоянно указываете, делай то, что я сказал. You won't get the best results. Не самые будут у вас лучшие результаты. It's reality. Это реальность такая. People work better when they're motivated. Люди лучше работают, когда их мотивируют. And they're motivated when they feel like they're listened to and they get to participate in some way with the decision.
и у них мотивация повышается, когда их слушают и когда они принимают участие в чем-то. You don't have to have democracy, не обязательно иметь демократию. But people should think you listen to and respect their opinion. Но люди должны понимать, что вы слушаете их и уважаете их мнение. If I'm the leader, maybe I have to make a decision against what they want. Если я лидер, возможно, мне придется принять решение против их воли. But they know that I've considered what they're thinking and feeling. И в то же время они знают, что я учел их их взгляд, их чувства. Now you have some people who just want to delegate everything. И некоторые люди захотят вообще все делегировать всем. That's also a good style of leadership. Это тоже хороший стиль лидерства. At the right time. В подходящее время. Usually leadership reflects the culture. Обычно стиль лидерства отражает культуру. If I go to Korea, если я поеду в Корею, I know how the churches are going to be. То я буду знать, какие там церкви. I know the style of leadership. Я знаю стиль лидерства. It's like the culture. Он зависит от окружающей культуры. If I go to the US, it mostly is going to be the same. Если я поеду в США, то также там будет все похожим. You get different styles. US is kind of interesting because it has a little bit of everything. Ну, в США довольно-таки интересно, потому что там всего понемногу есть. If I go to Holland, если я поеду в Голландию, it'll be more of an eldership. То там будет такое коллегиальное управление. With very opinionated people. И с такими людьми, у которых у каждого из них есть свое мнение по всему. Dutch people are the most opinionated people in the world, in my opinion. Люди из Голландии, у них у каждого есть свое мнение. I'm Dutch. Я из Голландии. They're also the most literate people on earth. И также они. They read more than any other people on earth. Literated. They read books. They они, read more than any other people on earth. И они самые образованные люди на земле. Они читают больше, чем кто бы то ни было. I think that's why they have so many opinions. И вот почему у них так много разных мнений. They're also stubborn. Они также упрямые. So when you get opinion and stubborn together, и когда у вас совмещается мнение с одной стороны и упрямство со второй, the churches reflect that. То церкви также это отражают. See what I'm trying to tell you? Понимаете, что я хочу сказать? When you have strengths and weaknesses in a culture, когда в культуре есть слабости и сильные стороны, strengths and weaknesses will be in the church. Те же слабости и сильные стороны будут и в церкви. So you understand your culture. Поэтому понимайте свою культуру. Ukraine has strengths, it has weaknesses. В Украине свои слабые и сильные стороны. All those are coming out of the former Soviet system. Have similar styles of churches generally. И те, которые сходят из стран бывшего Советского Союза, обычно у них похожий стиль управления. I think the strengths are is it's not a democracy. И я думаю, что сильная сторона в том, что это не демократия. And the weakness is there's no questioning authority. You just do everything. А слабая сторона в том, что власть не подвергается как бы вопросам. Все делают и без дискуссии. So if you get the balance, you get the best. А самое лучшее получается, когда вы сбалансируете все. I think Valentin and Tatiana are very good leaders. Я думаю, что Валентин и Татьяна хорошие лидеры. So churches will reflect the culture. И церкви будут отражать культуру. Now, what is culture? Что такое культура? You know, culture are the habits of a people group. Культура – это how we cook our food, совокупность what we привычек у людей, как мы готовим, что мы кушаем, early, поднимаемся мы ли рано или долго спим. All these different behaviors that are different in different cultures. Эти все различные стили поведения, привычки. So that's the outer circle, the behavior. И этот внешний круг поведения. But underneath that are the values. А внутри еще один круг, и это ценности. Well, it's important to the Dutch to be on time. И для голландцев очень важно быть пунктуальным. They value time. Time is important. Они ценят время. Время важно. So,
The behavior is when you get on a train or you come to someone's house, it's exactly on time. И поэтому поведение таково же. Вы садитесь на поезд, приезжаете к кому-то, и вы приезжаете точно вовремя. Голландец пригласит вас на ужин. Приходи в 7 часов. Даже не пытайтесь прийти в 6:45. Или в 7:10. Ты обидишь их. Приходи в 7. Или настолько близко, насколько возможно. Чем более ты пунктуален, тем больше к тебе будет уважение. И это не можно сказать, верно или правильно. Это ценность, которая есть в этой культуре. Понимаете? Ценность такова, что время важно. Я еду в Центральную Америку. And I traveled all these places. I'm in all these cultures all year long. I go to Central America, South America, to Asia, all over Asia, Australia, New Zealand. I'm in all these cultures all the time. И целый год я путешествую во всем этим культурам: Центральная Америка, Новая Зеландия, Австралия, Азия. So I'm in South America, and a brother is going to come from the church in a boat to take us up the river. И я вот нахожусь в Южной Америке, один брат должен прийти и забрать меня, и по лодке должны потом поплыть вверх по течению, и там будет служба церковная. И у меня возникает вопрос, а когда он должен прийти? Он будет здесь. Он идет. А как же ты свяжешься с ним? У него телефона нет, он же по реке плывет. Сегодня, завтра. Он придет. И это то, как у них это получается. Они ценят взаимоотношения, и им не обязательно все нужно пунктуально делать. И они так ведут себя. You invite me to come to your house. You say, you tell me this. I've had this happen. Someone says, "I'll come see you on Monday." Кто-то говорит вам, я приду к тебе в гости в понедельник, а я сижу, жду их дома у себя, жду. They come Wednesday. Они приходят в среду. It's not late. Это не поздно. You have a church service starts at 10:00. Допустим, их служба в церкви. I'm a teacher. I need to be on time. I come at. Начинается в 10, церковная служба. Я учитель, мне нужно пораньше прийти, в 9:30. А в 10 часов никого нет в здании. Ни пастора, ни уборщика, никого. К 11 часам половина уже сошлось. А в 12 часов все люди. Я просто с ума схожу от этого. Это не моя культура. So I've learned to adjust. Поэтому я приспосабливаться учусь. Churches have cultures. И в церквях существует культура. Sometimes we do things that we think are right or wrong, but they're really not right or wrong. Иногда мы что-то делаем, думаем, это правильно, это неправильно. Sometimes we could do things maybe in a better way. Иногда мы что-то можем сделать лучше. But it's not the Ukrainian way. It's not the German way. It's not the American way. Это не по-украински, это не по-немецки, это не по американский.